И партийный город должен много много лет остается в трейде на гайде, воспевать новые места. И прямо туда, с его склона, где тут прошел Минуса. Сверкающего шоу бизнеса, и в этом сомневаться не приходится. Вы только посмотрите на наших блистательных, обворожительных соведущих. Даже Филиппова. Мы очень рады, что каждое воскресенье вы вместе с нами приходите в Кракавена соиметь возможность передать привет своим любимым на всю страну. Дорогие друзья, сегодня будет невероятный крутой эфир. Будете, как всегда, передавать приветы всем своим родным и близким. Будем заваливать вопросами в Инстаграм и не только на наших диванах артистов. А я хочу сказать, что у нас важный формат. Это заключительный эфир партии «Зона» в этом году. Мы уходим на какой-то родитель, поэтому надо зажигать, как никогда. Любоваться не только на наших замечательных артистов, но и на наших прекрасных девушек. Не могу от этих блистательных девчонок оторвать глаза. А еще сегодня будет согревающая, свежая, новая, ненавившая оскомину музыка и артисты. Гарри Горелов, Тимая, Фоги, Красавцы Лав Радио. Ну и, конечно же, остальные Бандерас и на маленькую новую самоцветную Сыгдиану. Так что оставайтесь с нами. Но мы готовы начать зажигать прямо сейчас на этой сцене Тима. Привет, друзья! Как вы? Супер! Немножко подвоем сегодня. Поехали! Мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя.
Прекрасно, ребят, я приветствую всех тех, кто там только подошел, второй этаж, всех видим. Прекрасно, на самом деле для меня это будет впервые сегодня, поэтому для всех сладкоежек сейчас споем тоже песню. Я прекрасно, я тебе очень понравился. Вы готовы, нет? Обязательно смотрите, мы с нами в новогодний салон, в новогодний
Черная кошка, мне кажется, черная кошка, вообще справа,